Муська, болит у тебя там все, моя хорошая. Бедненькая ты моя. Намучилась. Точно уже. Кис. Вот кошечку вчера прооперировали. Она у нас в тяжелом состоянии сейчас. Разродиться не смогла. Котятки в животе стали разлагаться. Вот такая вот кошечка. Ну, в общем, состояние у нее тяжелое. У нее там, получается, были плоды в матке, и, соответственно, она родить их не смогла. Уж кошка уже пожилая. Ну вот, и сколько она с ними ходила, непонятно. Но, в общем, сейчас у нее тяжелое состояние. Она сейчас в клинике находится на инфузе. Вот у нее инфозома. То есть сама она не кушает. Состояние, конечно, когда стабилизируется, тоже сложно сказать. Но пока что вот она получает антибиотикотерапию. Здесь вот у нее препараты. Вот такой препарат она получает. Таблеточки. Не знаю, что за таблеточки. Сейчас посмотрим. А, вот у нее еще и печень. Там, получается. Ну, в общем, шансов, конечно, не скажу, что много, но на ней есть. Поэтому будем надеяться, что мы кошечку спасем. Так, кошечку назвали Смородинка. Потому что она такая черненькая. Глазки как смородинки, да, рушенька. Рожала, все же жила в деревне. Никто ее не стерилизовал. Сейчас такая вот проблема началась. Очень просим поддержки. Пока что вот в клинике по 2500 в сутки с нас списывают денежку за лечение. Кошечка попала к нам в крайне тяжелом состоянии. То есть еще бы день-два, она бы просто погибла там в деревне. Ну вот мы согласились помочь. Вот, и сейчас тоже просим вашей поддержки, потому что животных у нас очень много. Мы не справляемся, конечно, с таким количеством. Ну вот, а у женщины, у хозяйки, которая обратилась за помощью, вообще денег нет. Не то чтобы там на стерилизацию, но и на лечение, соответственно, тоже нет. Вот, поэтому, вот так, кошечке сказали лет 14 примерно.